Теренкур протяженностью почти в 5 километров тянется от стадиона до Мацесты. Тропа проложена вдоль санаториев. И именно они должны следить за состоянием зеленых насаждений. Ведь фактически это их прилегающая территория. Об этом напомнил глава Сочи Анатолий Пахомов на встрече, посвященной благоустройству этой прогулочной зоны, руководителям всех санаторно-курортных учреждений, граничащих с Теренкуром. Есть Теренкур, который есть и пользуются им ваши гости. Вывод. Надо следить за этим Теренкуром, вот. Надо субботниками его убирать в своей территории. И самое главное, вот эти склоны, уклоны, которые там уже просто-напросто много-много лет не убираются, их надо тоже вычистить. Склоны тропы здоровья нуждаются в очистке от сухостоя, разросшиеся кусты в обрезке, аварийные деревья необходимо спилить. Теренкур условно разделен на 11 частей, по каждой составлена дорожная карта. Глава поручил также установить дополнительные скамейки и урны, восстановить уличное освещение, обновить плитку там, где это необходимо. Координировать эту работу будет администрация Хостинского района. Принимать работу глава Сочи будет 15 мая.